Добрый вечер, товарищи. Собрался я в обед ехать долотовать. Далеко не уехал. Смотрю, температура, значит, 90-95 подкрадывается. Остановился глядь, у меня вот с этого патрубка капает мой родной антифриз. Ну, доехал тут мне недалеко, отъехал я там где-то, ну, километр, может. Доехал, поставил, поехал, купил новый патрубок. Сейчас уже жара спала, меняю. Значит, вот я снял патрубок, вот он, новый. Я в этом году чистил радиатор, ставил новый патрубок нижний. Залил антифриз. Вот смотрите, вот я не знаю, с чем это связано, но вот внутри, смотрите, какой. Внутри это самое место, где самый заворот. Вот он. Где самый заворот. У нас здесь, вот, видите, что? Или это был такой брак. Но почему она сразу не бежала? Я отработал 50-60 часов, отработал, не бежала. Вот, и такое ощущение, что вот он его разъел. Сейчас выверну так. Вот что он его разъел. Вот. Видите, как разъел он его. Если он его разъел. Скажите, может, у кого были такие случаи? Почему зеленый антифриз, он разве так вот должен резину разъедать? Или такая резина хреновенькая? Ну, вроде новый же ставил. Как, ну, новая же. Вот я не знаю. Теперь что, залил сюда воды? Ну, там на хомуты менять. Там хомуты советские еще мне попорвались. Значит, пойду хомуты искать. Вот. Скажите, пожалуйста, и что заливается, каким цветом, что заливается в новый трактор? У кого был новый? Я не знаю, у меня новый был. Ну, дал товарищу поработать, он сказал, все хорошо, я воду слил. И слил, короче, он тосол с него, и с тех пор у меня была вода в нем. А вот это такая у меня история. Новый патрубок, 50-60 часов где-то отработал, и все. Поэтому, пожалуйста, скажите, у кого что залито, и были где-то такие случаи. Нужно оставить сразу силиконовый. На этом до свидания. До свидания.